Казахстан. Ну, все знают, что я Казахстан обожаю. Я родилась в Киргизии. Поэтому все, что... Да. 100 лет назад, даже не буду говорить, сколько. Значит, ну, Казахстан я обожаю особенно. Вообще все знают, что я Лену, Женю, я обожаю. Сейчас я уже узбеков обожаю. Все, что связано... Да, вот узбеки уже мне машут. Значит, все, что связано с Востоком, это дело тонкое. И, как бы, тонкие ценители тонкого юмора всегда обожают самые тонкие места, да? И хочется, чтобы после встреч со мной каждому человеку становилось немножечко легче, потому что напугать, запугать, расстроить, там, огорчить — это может каждый врач. Тут ума много не надо, да? Еще Бехтерев говорил, что если больному не станет чуть-чуть легче после встречи с врачом, то врач, в общем-то, не имеет права называться таким словом, потому что надо понять и надо подумать вообще, что такое врач в настоящей ситуации и какова его функция в этой жизни, то есть что он, собственно, должен сделать. То есть имеем ли мы право на самом деле, как люди, жить долго? Или обязательно надо быть врачом долго, да? Вот нам надо понять в этой жизни, что такое знание о себе, что такое знание о природе, что такое знание о... либо о болезнях, либо о каких-то других факторах, которые не дают нам быть счастливыми. И нам надо понимать, что медицина ушла так далеко и оторвалась от народа, что догнать ее вообще сейчас наша задача такая глобальная. И очень часто мы встречаем чаще вообще старых пьяниц, чем старых врачей, и мы понимаем, что на самом деле эти знания должны быть обнародованы. Вот я уже тут вчера говорила некоторым людям, что врачи меня нафиг не предадут за то, что я все секреты рассказываю больным и зачастую лишаю врачей заработков, потому что они свои секреты, как народные целители, хранят из поколения в поколение, там, 300 лет, чтобы никто, не дай бог, никто не узнал, как лечится алкоголизм, потому что иначе будет выбита какая-то вот такая бизнес-основа из-под деятельности врача. Так вот, я считаю, что каждый человек имеет право знать о себе все. Он имеет право пользоваться всеми знаниями, которые накопили великие народы для того, чтобы жить долго. Знаете, мне становится очень обидно, когда мы во времена Ивана Грозного, когда нас было 250 миллионов, китайцев тоже было 250 миллионов, сейчас их 1 300 000 000, и они, у них все в порядке. А нас 140 миллионов, ну, со всеми остальными, может быть, 200, и мы вымираем. Вот. И неважно, русские, не русские, то есть... Неважно, то есть важно люди, которые проживали на территории вот этой Евразии, которая, так сказать, имеет право жить и, ну, не хочет быть заселена китайцами по полной программе, да? Поэтому вот то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, это не будет медициной. Это будет какими-то общими знаниями, такого, ну, скажем так, общедоступного плана. И моя задача в данный момент в том, чтобы каждый из вас понял, и каждый из вас перестал бояться, и каждый из вас хоть чуть-чуть расслабился в том плане, что если ему поставили приговор. Диагноз — это приговор в настоящее время. Если вы приходите к врачу, и он вам говорит, у вас камни в почках, это приговор. Потому что каждый понимает, что ему камни в почках — это серьезно, и в любой момент вы находитесь под дамокловым мечом, и актуально становится то, что когда заботитесь о цветах, не забывайте о почках. И что поздно пить боржоми, когда почки отвалились. И каждый понимает, что сахарный диабет — это приговор, что любой, так сказать, другой диагноз — это приговор. И уже его, этот ярлык, очень трудно снять. Очень трудно снять. И наша жизнь становится такой неинтересной, скучной, что мы начинаем думать, что мы ограничены в своих физических возможностях, в своих психических. Мы уже не можем выполнять какую-то работу. Мы не можем уже делать то, что нам помешает, что нам что-то обязательно помешает. Вот мне хочется, чтобы вы поняли, что человек сам историю болезни пишет своими руками. И вот чтобы писать нормальную, а история болезни что такое? Это техпаспорт без гарантии. То есть никто не может гарантировать, кто вот, никто не знает, что из нас завтра с каждым будет. Никто из нас сидящих не знает, у кого есть рак, у кого нет рака. Кто из нас может сказать, что у меня его точно нет? Потому что наша диагностика – это совершенно четкое логическое умозаключение. И самый точный анализ – цитология клетки – дает ответ лишь на тот вопрос, что конкретно в этой клетке, в эту минуту нету раковой опухоли. И все.
А мы понимаем это по-другому. Если сделали цитологию, все, значит, у нас нет ничего. И мы живем, как хотим. Когда мы ставим диагнозы, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что 70% диагнозов ставится неправильно. А значит, 70% больных в мире лечится неправильно. Говорят даже, что чем опытнее врач, тем у него неразборчивый почерк. И тем больше бесполезных лекарств он знает. То есть, на самом деле, мне не нравится такая медицина, которая заставляет больного пойти и повеситься после того, как он вышел от врача. Мне хочется, чтобы после того, как вы поговорили с врачом, а в дальнем случае с вами, чтобы когда люди поговорили с вами, вы не просто их напугали. Можно, конечно, пугнуть слегка. Но вы, мне хочется, чтобы вы дали им выход, чтобы вы им показали, что если они будут делать все по-взрослому, нормально. Вот как говорят священники, да? А ты не греши, не будешь болеть. В этом что-то есть. Вот точно так же могут и сказать ученые и медики. А вот ты живи нормально, делай все нормально, вот как положено, биологическому существу, и ты не будешь болеть. Вот сегодня моя задача – избавить вас навсегда от такого слова, как диагноз. Потому что никто в мире не знает, что такое псориаз. Никто не знает, что такое диабет. Никто не знает, почему бывает инфаркт или почему его не бывает. Никто не знает. А раз никто не знает, значит, не надо этому уделять столько внимания. Значит, надо уделить внимание чему-то другому. Вот чему мы сейчас уделим внимание? Мы найдем, что есть общее во всех диагнозах мира. А я постараюсь за этот час, который мы будем с вами общаться, доказать вам, что все диагнозы – это одно и то же. И если вы будете делать простые вещи, одни и те же, каждый день, то количество диагнозов будет не увеличиваться от дня к дню, оно будет уменьшаться. И в конце концов вы сможете сказать через некоторое время, кто-то через год, кто-то через два, кто-то через пять, кто-то через три месяца, что меня ничего не беспокоит. И каждый день у меня болит в другом месте. Это значит, я абсолютно здоров. Итак, что объединяет все наши диагнозы? Все наши диагнозы объединяют причины. Все диагнозы мира, все болезни мира развиваются по одним и тем же причинам, по одним и тем же законам, по одному и тому же механизму. И если мы этот механизм выясним и начнем его, ну как бы так, убирать потихонечку, то абсолютно точно, что если у нас даже у каждого из нас в среднем по 10 хронических диагнозов, у кого-то по 5, у кого-то 3, но в среднем 10, да? Потому что у кого-то 35. Вот они нас, так сказать, и отбросили на это место, да? Так вот, если мы с вами договоримся о каком-то пути, по которому мы будем идти, а нам обязательно нужен свет в конце тоннеля. Обязательно нужен свет. Потому что если человек идет в никуда, он идет в никуда туда со своей скоростью. И за ним в никуда идут толпы дистрибьюторов. Если ты не знаешь, куда идешь, оглянись, кто идет за тобой. И когда вы вместе все туда придете, спроси, о чем мы тут делаем, вообще куда шли с тобой. Вот поэтому мы совершенно четко должны понять, либо мы принимаем какой-то путь и говорим, да, у нас есть концепция, да, у нас есть направление хотя бы деятельности, вектор движения, куда мы будем идти. Так вот, я вам сейчас предложу этот путь, а вы будете думать внутри себя по логике, то есть подходит он для вас или не подходит. Итак, 12 групп причин объединяют все мыслимые и немыслимые причины заболеваний. Если кто-то найдет 13-ю, конечно, 13-я это чертова дюжина, не факт, что мы ее запишем, мы ее поместим в эти 12. Так что, пожалуйста, предлагайте. Психология. Первая причина заболевания. Каждый четвертый в мире страдает психическим заболеванием. Дальше. Каждый четвертый в мире страдает психическим заболеванием. Так вот, если вы посмотрите на трех своих друзей, и у них все в порядке, значит, четвертый – это вы. Не расстраивайся. Вообще психиатрия и психология – это вообще великое дело. Вот мы приходим к психиатру, платим ему $35 и жалуемся на себя 1.5 часа. То есть получается, что мы как бы, мы вообще мы не дружим со своей нервной системой. То есть она нам говорит одно, ну-ка быстро встал, пошел за кальцием, или, допустим, ну-ка брось руль, ложись спать. Вы говорите, нет, нам надо ехать. На том свете встречаетесь, она говорит, ну я же говорила, теперь спать хочу, да? То есть надо слушать себя, надо четко ставить только позитив. Хочу, чтобы у меня не было давления. Не будет давления, да? Хочу, чтобы у меня все было, да у тебя уже все было. То есть, оперируя словами, мы совершенно четко должны понимать, что мы хотим от своего организма.
Если мы хотим, чтобы организм работал с утра до ночи и не знал усталости, то же надо аккуратно формулировать. То есть мы не знаем, я хочу быть здоровым, а что для тебя здоровье? Вот если каждый ответит себе, что для него здоровье, а здоровье — это просто хорошее самочувствие, когда ты все хочешь, когда ты все можешь, и когда у тебя нету в голове 33 диагноза, переписанных из карточки. И вообще говорить о болезнях в их отсутствии вообще некорректно. Мы себе позволим такую, так сказать, глупость, но на самом деле это некорректно. Если у вас нет болезней, забудьте про них. Итак, первая причина, запомните, всегда психология. Если вы ее перешагнули, вы всегда вернетесь назад. Потому что когда, так сказать, человек увидит глиста и сильно напугается, он будет долечиваться у психиатра. Поэтому сначала объясните, что из него может выйти. То есть через ступени попрошу не прыгать. Мы их назовем как хотите, шагами, ступенями, без разницы. Но прыгать не надо с пятой ступени, потому что все равно вернетесь на первую. Вторая причина всех заболеваний в мире. Я в этот раз глубоко не буду, я буду системно. Еда. Что такое, ну, еда? Что такое вообще наша еда? Ну, что такое колбаса? Ну, это животное, запрятанное в собственные кишки. Хорошее дело. То есть для чего мы едим? Либо чтобы энергию получить, так мы можем ее получить из капустного листа. Либо чтобы погреться, потренироваться, растворить, например, этот кусочек мяса, там, с глутаматом натрия, с формалином, с формальдегидом, запить, допустим, все это, я не знаю, там, живым йогуртом Данон, в котором, так сказать, бактерии делают вид, что они живы, на самом деле их нету. И мы при этом думаем, что из этих вот, так сказать, фрагментов, которые мы съедаем, у нас образуется живая энергия. Ничего подобного. Живая энергия образуется из живой энергии. То есть если мы кушаем натуральную, нормальную, несоленую, мало приготовленную, щадящую пищу, мы получаем энергию. Если мы кушаем трупы животных, смешанные с химикатами, мы получим все то же самое. Я не вегетарианка, да, вообще плов уважаю, бешбармак тоже, да. Но на самом деле мы должны понимать, что существует пропорция, и количество живых продуктов, не приготовленных, должно быть как минимум 50 на 50. Инь-янь, да, вот эта вот мудрость Востока, нам еще только предстоит познать, что такое мудрость Востока. Следующая глобальная причина – вода. Это глобальнейшая причина. Говорят, вот, если врач прописал воду, даже ее пить не очень хорошо. То есть вода на самом деле – это то, о чем мы практически забываем. Губит людей не пиво, губит людей вода, да? И вода – это состояние, о котором, так сказать, нам надо думать всю оставшуюся жизнь. Даже очень содержательный человек состоит на 80% из воды. А потом получается так – в вине мудрость, да? В пиве сила, а в воде, кроме бактерий, лямблей там, и вирусов, вообще ничего нету. Что, говорит, вы пьете пустое? Пейте что-нибудь, да, какао, например, спортсменом будете. Так вот, мы потеряли самое главное. 90 тысяч живых существ на планете Земля. И только одно из них, царь природы, пьет не воду и кушает приготовленные продукты. Все остальные, те, которые не претендуют, они пьют только воду. Попробуйте собаку напоить кефиром. Или попробуйте напоить ее чаем, например, липтом. Там, или там, с грушевым вкусом бутилоцетата уксусных кислот. То есть мы абсолютно четко ушли от генетического механизма регуляции нашего кислотно-щелочного равновесия. И это равновесие нам никогда это не простит. То есть кислые люди не смеются. А 90% продуктов, которые мы потребляем, оно кислое. И 90% напитков, которые мы пьем, оно они кислые. И единственный способ. Нам не надо ждать, пока у нас отвалится шкура, пока у нас шкурка, пока у нас повыпадают волосы, или хвостик заболит, или лапы начнет ломить, да? Мы должны четко совершенно знать, если мы биологические существа, то что мы придумали газировку? Кто сказал? Дедушка Ленин, что с утра детям надо чай пить? С сахаром. Ничего он такого не говорил. На кого нам пенять? Мы сами где-то 50, 20, 30, 70 лет назад ушли от воды. Так вот, мы должны вернуться к воде. И когда мы думаем, а какие знания мы должны нести? Да хотя бы, если вы научите каждого там рядом с собой проходящего пить воду, вот это будет уже то, что за то, что вам на том свете скажут спасибо. Вот это четко надо понимать. Следующая причина серьезная. Агрессия бактерий, вирусов, грибков. Сексуальная эта революция закончилась полной победой вирусов. То есть ситуация такая, что Всемирная организация говорит, 70% людей, вот нас здесь с вами 300 человек, да? Представьте ситуацию. По данным ВОЗ, у 70% из нас с вами паразиты. Вот рассчитайтесь на первый, второй, третий. И тут встает вопрос. Мы заботимся о породистых собаках. Ни один нормальный ветеринар не возьмет собачку на излечение, если она не прошла антигельминтную подготовку. Противогельминтную, да? Поднимите из руки, из вас, кто из вас породистые собачки раз в полгода проходит? Что, все беспородные? Ага. Так вот, мы берем детей,
лечим у них бронхиты, мы лечим у них астмы, мы лечим у них нейродермиты. Мы у себя лечим бронхиты, нейродермиты, астму, перхоть, геморрой. Когда все это бактериальные, абсолютно четко обозначенные заболевания. И нам не сдать весь кал, чтобы просмотреть, какие там находятся гельминты. То есть надо просто чисто по-человечески пробовать. Попробовал, посмотрел, обрадовался, удивился, прослезился снова. Попробовал, посмотрел. То есть это совершенно простой алгоритм, нечего тут думать. Нет в мире ни одной диагностики, которая была бы точна. Нет ни одного врача, который мог бы сказать, я знаю, что у вас. Никто ничего не знает. Все перед друг другом выпендриваются, строят из себя великих диагностов. Нет ни одной панацеи, нет ни одной таблетки, которая могла бы вылечить что-то. И вообще, что такое слово «лечить»? Вот слово «сидеть» понятно. Вот если я сейчас сяду, всем понятно, сидит. Если я стою, всем понятно, стоит, да? А вот если я скажу, мы будем больного лечить. Или пусть живет, да? На эту тему есть очень хороший анекдот. Заскакивает больной к хирургу, говорит, доктор, вы меня помните? Доктор говорит, нет. Он говорит, вы что, вспоминаете, 3 года назад, вы меня оперировали. И что? Вы, говорит, сказали, что мне 3 дня жить осталось. Он говорит, и что? Ну что, говорит, что? Прошло 3 года, а я еще живу. Он говорит, ну вас неправильно лечили. Вы должны совершенно четко понимать, что нет такого слова лечить. Что такое лечить? Хирург скажет, отрезать. Терапевт скажет, постельный режим. Физкультурник скажет, вставай, бросай курить, вставай на лыжи, и вместо рака будет грыжа. То есть каждый врач выберет свой метод лечения. И если одному больного дать 100 врачам, как сделали американцы, 100 лучших диагностов Америки, поставили абсолютно разные диагнозы. И вообще, если хотите побольше диагнозов, лечитесь у специалистов, у узких. Тогда у вас будет много диагнозов. Посетите лор-врача, посетите гематолога, посетите там ортопеда, травматолога. То есть, и вы прямо диагнозы начнут нарастать. Ну просто как вот снежный ком, да? То есть это вообще хорошая история, философская даже можно сказать. Следующая причина – медикаменты. Супер! Некоторые лекарства опаснее их болезней. Опаснее намного их болезней, да? И мы должны четко понимать, когда в Израиле забастовали врачи, 10 дней бастовали, смертность снизилась на 10%. Мудрые израильтяне говорят, слушайте, а может их вообще отправить в бессрочную забастовку? Вообще, что они делают? Никого не зарезали в эти 10 дней. Дали вот людям отдохнуть, передохнуть. Во времена Конфуция в Китае была профилактическая медицина. Врач получал деньги за то, что он... Вернее так, он получал деньги от здоровых. А здоровые хотели быть здоровыми. Но когда возникала эпидемия, врач мгновенно разорялся. И поэтому он спать не мог. У него было очень много денег, но он работал с утра до ночи, потому что он боялся, что одна из эпидемий лишит весь его род, так сказать, всех денег на всю оставшуюся жизнь. Вот это была профилактическая медицина. 2000 лет конфуцианства. Она двинула Китай так, что мы до сих пор его догнать не можем. Следующая причина – отсутствие движения. Это хорошая причина. Как говорит, чуть-чуть выпьешь, шуточки кончились, началась лестница. Мы, если бы знал, упал, где соломку подстелил, но я врач скорой помощи. И мне, как бы так, в общем-то, некорректно объяснять больному, который попал под машину и лежит с переломом основания черепа, но милейшего, неправильно переходили дорогу на красный свет. То есть об этом надо заботиться раньше, и травмы, и отсутствие движения, и вот это все, что связано с травматизмом, и с, так сказать, если человек решил не делать зарядку, и вообще ничего не может остановить по утрам. Поднимите руку, кто делает зарядку. Так, лес в руку. А поднимите руку, кто пьет 1,5 литра воды в день. Ну, гораздо больше, да? То есть, чувствуете? То есть, нельзя делать перекосов. Лечение комплексов должно быть комплексным. Вот точно так же и здесь, да? То есть, одна вода вас не спасет. Спасет и движение, и отсутствие, так сказать, медикаментов, и так далее, и так далее. Следующая причина. Травмы. Вот движение и травмы, они, так сказать, ограничены. Следующая причина. Наследственность. Мы все прикидываемся жертвами наследственности. Вот все сидим, жертвы. Вот у меня у мамы было это, и у меня будет. Вот у меня у папы было это, и у меня будет. Вот все, мы считаем, что нам передалось все по наследству. Вот все жалуются. Вот мне по наследству достались, ну, не такие ноги. Вот от мамы. Вот не такие глаза. Вот от мамы мне волосы не такие достались. Все жалуются на маму. Вот никто не пожаловался, слушайте, я дурак сам по себе, потому что не учился в детстве. Все почему-то считают, что это наследственно, да? Ну, на самом деле, каждый имеет то, что он имеет. И поэтому, какая бы ни была наследственность, если у вас в наследственности сахарный диабет, прекратите кушать сахар в 15
И никогда не будет сахарного диабета. Перейдите на другие какие-то там углеводы натуральные. То есть мы должны четко соблюдать вот эту причинно-следственную связь. Потому что заболевания не лечатся. Убираются только причины. Вредные привычки. Хорошенькое дело. Как выпьешь, так кажется, что бросаешь курить. Протрезвеешь снова вроде бы как бы, да? Вот говорят, отчеты медиков еще никого практически не отучили курить, но всем испортили настроение. Но вредные привычки — это не только пить, курить, допустим, и наркоманить. Это привычка читать в туалете. Ужасная привычка. Вырабатывается рефлекс. Привычка читать в транспорте, привычка читать за едой, привычка загорать. То есть у нас множество вредных привычек. Привычка болтать по телефону. Ну, в смысле, неплохо, когда человек болтает по телефону, но когда он сворачивает себе шею и держит одной рукой, а второй рукой чистит картошку, это вредная привычка, потому что будет шейный остеохондроз. То есть на самом деле, если разобраться с привычками, это веселая тема, там можно повеселиться, вообще здорово. Интересный вопрос. Вообще вредные привычки надо иметь, чтобы когда человек заболел, ему было от чего избавляться. Потому что иначе каким способом он будет двигаться, да, в сторону здоровья? Следующая – биоэнергетика. Я раньше эту причину как-то так не признавала, но когда мы говорим о программировании воды, то есть слово можно убить абсолютно точно. Точно так же, как музыкой, точно так же, как вибрацией, точно так же, как энергией. Мы тут вчера с господином Лукониным, я говорила 5 причин смерти когда-то, он мне сказал, вы не назвали одну причину. Я говорю, какую? Он говорит, то, кого убило. Господин Луконин, специально для вас. Воздействие тока на человеческий организм. Ток разлагает воду на плюс и минус и блокирует кислород. Поэтому первая причина потери кислорода, она является и 6-й, током убила. То есть на самом деле, если все системненько, вот мы назвали 12 причин, ну попробуйте, найдите 13-ю. И, так сказать, войдете, так сказать, вас будет здоровье навечно, скажем. Так дистрибьютор такой-то нашел 13-ю причину заболевания, если она не ляжет. Мы уже копались со всех сторон, уже столько оппозиционеров было, то есть практически во всех странах, которые мы проехали. И я думаю, что мы там через годик еще эту систему доведем до совершенства. Экология. Не плюйте в колодец, не создавайте экологические проблемы. Экология – это серьезная причина. Если мы говорим о том, что все зависит от нас, еда зависит от нас, психология чисто зависит от нас, да? Мы себе строим воздушные замки, там невропатологи, так сказать, их рисуют, а психиатр из них ренту получает. Кушаем мы сами, пьем мы сами, то экология от нас не зависит. Мы заложники. Если в Уфе сбросили фенол в зеленом городе, то все, кто утром встал и попил водички, получили фенол. Если в Черновцах сбросили ванадий, то утром встали там несколько тысяч лысых детей без одной ворсинки на голове. И это, так сказать, виновато государство. То есть мы беззащитны. Если завтра что-нибудь случится на какой-нибудь атомной станции, там еще где-то, то мы, не имея навыка вот этого, будем практически беззащитны. И последняя причина – время. Вот эта причина, она не подвластна никому. Единственное, что нам не хватит с вами всем – это времени. Причем каждый это поймет в разное время. Время – это доктор. И всегда патологоанатом. Всегда. То есть мы должны об этом помнить сейчас. Что такое у нас бизнес? Это возможность сэкономить время за счет технологий, за счет каких-то способов реализации, самореализации, быстрой самореализации. Способ оценить свое здоровье, оценить способы, методы нормализации, сохранности этого здоровья. Мы экономим время. А для чего мы его экономим? Это у каждого свой смысл в жизни. Мы экономим его для того, чтобы потом спросить, а для чего ты жил? И этот вопрос надо задать себе не тогда, когда будет там 70 лет перед смертью копаться, а для чего же мы все-таки прожили? Этот вопрос каждый должен себе задать, начиная вот во сколько услышит, во столько и задайте. Если вы ответите себе на этот вопрос, будет уже здорово. А дальше возникает... Вернись назад на тут. А дальше возникает вопрос, а что ж такое заболевание? Так вот я вам сейчас покажу, как заболевания связаны с причинами. И в конце моего доклада мне хочется, чтобы вы четко, совершенно поняли, что если вы пойдете по этому пути, по которому мы вам предложим, все заболевания, которые у вас есть, они отступят. Итак, инфаркт, инсульт, тромбоз. Психология влияет? 100%. Неприятные известия, инфаркт. Питание влияет, холестерин? 100%. Отсутствие воды влияет?
Даже не сомневайтесь, хламидии влияют в сердце на инфаркт? 100% влияние. Медикаменты влияют? Влияют. Отсутствие движения? Безусловно. Травмы, например, головного мозга. Шоковое состояние и последующий инфаркт. Наследственность. Все знают, что инфаркты идут династиями. Вредные привычки. Никто не сомневается. Биоэнергетика. Слово человеку сказал, у него уже он хватается за сердце. Экология. Безусловно, 50% заболеваний экологически обусловлен. Время. Истощение сердечной мышцы. Следующее заболевание. Анемия. Психология влияет? Не будешь знать, что кушать, будешь кушать то, так сказать, железо, утыкивать яблоко, гвоздем их потреблять. Питание. 100% воздействие. Вода. Слипается кровь. В любое время, так сказать, идет гемолиз. Вирусы, бактерии, грибки, паразиты простейшие. Аскарида выпивает 40 мл крови. И бесполезно ее нагнетать. Она будет питаться, питаться и питаться. Медикаменты. Анальгин, аспирин, бутадион, риоперин, цитрамон. Все противоглистные препараты, включая декарис, обладают мощнейшим разрушающим действием на кровь. Отсутствие движения не впрямую влияет, но лишний вес может оказаться. Травмы, потеря крови, мощнейшее воздействие, наследственность. Дети уже рождаются с анемией. Вредные привычки, безусловно. Биоэнергетика, экология и время влияет, а значит, завязан тот же самый круг. Дальше. Нейродермит, экзема, псориаз, все в мире кожные заболевания. Психология, нейродермит. Как только понервничал, возникает кожное заболевание. Питание, 100% завязка. Если человек испытывает недостаточность цинка, селена, магния, калия, натрия, если он закислен, если он практически выведен из нутриентного состава, у него будет слабый иммунитет и отсутствие воды и присутствие любого грибка, то есть это начиная от кандиды и заканчивая аспергиллюсами, мгновенно выведет человека, может быть, не в такую форму, но в хотя бы в элементарную перхоть. Медикаменты. Каждый пятый медикамент обладает аллергическим воздействием. Наследственность, травмы, вредные привычки, экология – все усугубляет. Дальше. Если мы пойдем по заболеваниям, большинство из них вызывается грибками. Бороться надо не с заболеванием, а уже заболевание может проявляться. Дальше. В любом виде. Это может быть ангина, это может быть поражение губ, это может быть простатит, это может быть неустойчивость стула, это может быть зуд, жжение, бронхит, синусит, воспаление желудка. То есть вы запутаетесь в этих диагнозах, их много тысяч, а вызывает все грибок, кандида. Дальше, пожалуйста. Каждый пятый житель страны мира страдает кандидозом. Каждый пятый. Дальше. Аллергическая реакция, вызванная стрептококком. То есть бороться надо не с кожей. Кожных заболеваний очень мало. На самом деле это внутренние бактериальные заболевания. А это агрессия бактерий, вирусов, грибков и паразитов. Дальше. Цитомегаловирус. Если человек в один прекрасный момент ослеп, это еще не значит, что ему надо одевать очки. Они ему могут не помочь. Очки – это костыль, который одевается только для того, чтобы работать. Потому что всем важно, чтобы вы работали, никому не важно, как вы видите. И поэтому цитомегаловирус на сетчатке глаза выжигает поля, и человек практически слепнет. Дальше. Эпилепсия. Мы сейчас покажем вам небольшой фильм, чтобы у вас никогда не возникало иллюзий, что эпилепсия – это заболевание центральной нервной системы. Никто не знает, что такое эпилепсия. Американские врачи утверждают, что эпилепсию может вызывать абсолютно разные заболевания. И все будет протекать под единой маркой – эпилептические судороги. И никогда у врача-невропатолога, даже в мыслях не будет, у нашего, во всяком случае, врача-невропатолога, что это каким-то образом может быть связано, например, с паразитарной инвазией. Посмотрите, это совершенно коротенький отрывочек. В 1993 году в Бруклине, Нью-Йорк, группа больных эпилепсией невыясненной этиологии обратились к врачу. Доктор Чепник решил узнать, почему эти пациенты подвержены странным припадкам. Он взял образцы их крови и сильно удивился. Все они были заражены ленточными червями. В их мозге были обнаружены цисты. В них находились яйца вооруженного свиного цепа. Причем все пациенты принадлежали к еврейской общине. Первой моей реакцией был шок. Как такое случилось с людьми, которые вообще не едят свинину? Заражение свиным цепнем не связано с употреблением свиней. Фекалии людей, зараженных свиным цепнем, содержат яйца, но
Как могли заразиться другие? Самый простой ответ – человек, зараженный святым цернем, сходив в туалет, не помыл руки и начал готовить еду. Работники службы здравоохранения поехали в общину, чтобы найти источник инфекции. Оказалось, что в семьях всех пациентов экономки были родом из той части света, где заражение свиным цепнем – частое явление. Должно быть, члены семей заразились от инфицированных экономок. Больных вылечили противогрипповыми препаратами и научили, как избежать повторного заражения. Совет доктора Черника был простым. Мойте руки чаще. Не забывайте тщательно мыть руки перед тем, как готовите еду. Следите за чистотой в доме и личной гигиеной. Вот и все, что вам нужно. Никаких особых мер не требуется. Но это повезло им, потому что они живут в Америке, потому что случайно совершенно были сделаны анализы. А скольким больным не повезло? И паразиты могут явиться причиной, десяток сотен заболеваний. Паразиты могут жить в головном мозге, они могут жить в спинном мозге. Дальше. Они могут поражать внутренние органы, они могут поражать сердце, они могут поражать кишечник. И в любом случае это будет не заболевание органа, это будет паразитарная инфекция. И к гельминтологу вы в этот момент не попадете. Вы попадете к кардиологу, к стоматологу, к окулисту. Вы попадете к гастроэнтерологу. Вы попадете к десяткам других врачей. Им послать вас будет некуда, если только подальше. Потому что непонятно, что живет у вас в кишечнике. Никто не знает. Это тайна за закрытыми дверями. И существует путь, который мы совершенно реально можем предложить нашим клиентам. Каков же это путь? Я не буду глубоко вдаваться в эти подробности. Я хочу, чтобы вы ухватили систему в целом. Этот путь очень простой. Первая ступень этого пути – психологическая реабилитация. Вы можете называть это как хотите. Вы можете называть это тренировка позитивного мышления. Вы можете называть это работа над собой. Вы можете называть это противострессовая терапия. Вы можете называть это развитие и саморазвитие личности. Но это работа с нашей головой. Выход из нищеты, так же как выход из болезни, начинается только в голове. Там и заканчивается. Поэтому все, о чем мы будем говорить дальше, надо начинать со своей конкретно головы. Вторая ступень – это нормальная еда. Что такое нормальная еда? Это живая, недосоленая, недослащенная, неконсервированная, немаринованная продукция. Но у нас теоретически не может быть нормальной еды. Поэтому это продукты высококачественные, технологические, которые называются обогатители питания. Это те же витамины, цинк, селен. Это те же минералы, цинк, селен. Это те же витамины, водоросли, спирулина, фитоэнергия. Это те же коктейли Дэйва Сандувала, фитоморковь, биофрукты. Это зеленое золото, зеленое золото. У нас красное золото – кровь, а есть зеленое золото, потому что кровь – это 100% хлорофилл. И не применяя обогатители питания, не травы, не фитотерапию, а именно питательные ингредиенты. Это омега-3,60 жирные кислоты. Их нельзя назвать лечением, ни при каком случае, это питание. То есть большинство наших препаратов входят в термин обогатители питания. И вот если человек хочет питаться нормально, то он должен обязательно свое питание разнообразить. Его очень трудно разнообразить за счет, так сказать, супермаркета. Но «Коралловый клуб» – это большой питательный супермаркет, и там мы можем найти все то, что нам не хватает. Третья ступень – это вода. Безусловно, это регуляция кислотно-щелочного равновесия. И безусловно, если человек не пьет воду, ни о каком выздоровлении в принципе речи не может. И как будучи врачом скорой медицины и капая человеку 3 литра за 5 минут до смерти, это уже поздно. У меня мама недавно вымыла 3 окна и, как бы, делая вид, что она выпила воду, получила обширный инфаркт. И когда я приехала к ней из Ленинграда, она прервала, как бы, мою поездку, прорвалась в реанимацию, туда еще не пускают, и мы ей сделали 3 литра воды. Я ей говорю: мама, тебе легче? Она говорит: легче. Я говорю: ты знаешь, сколько тебе сделали воды? Она говорит: знаю, 3 литра. Я говорю: как она? Я говорю: ты понимаешь, сколько ты не допила? Она говорит: да, понимаю. Она говорит: ну теперь я буду пить.
Я говорю, хорошенькая девица, ладно, говорю, хоть теперь буду. И я поняла, она меня не слышит. В своем отечестве пророков нет. Если для вас я представляю, может быть, как врач какую-то ценность или как педагог, то для нее я никакой ценности как педагог не представляю. Она у меня педагог, заслуженный учитель. И, так сказать, она меня воспринимает всегда как, ну, как дочку, и она никогда от меня ничего не услышит. И я сделала вещь, которая меня поразила вообще окончательно. Я принесла книгу Бахмангелинджи «Ваше тело просит воды». И будучи в реанимации, я пришла к ней через 3 дня. Она ее законспектировала, будучи в реанимации. И говорит, Оля, почитай, там такие интересные вещи. Я упала. То есть человек в реанимации, то я поняла, она меня не слышит. Она делает вид, что слышит. Я точно так же хочу сказать, ваши родственники вас не слышат. Вы должны обязательно воздействовать на них через носители, через других людей. И если вы придете и скажете свекрови, мама, надо пить воду, она скажет, вы что, с ума сошли, вы хотите у меня отнять последнюю часть сахара и дать мне воду? Поэтому вы должны правильно, методически объяснять людям, почему они должны пить воду. Потому что за 5 минут до смерти это уже поздновато. Антипаразитарная программа. Переключайтесь на следующую. Дальше. Антипаразитарная программа. Не надо исследовать десятки лет то, что у вас находится. Надо раз в полгода принимать какие-то определенные схемы. Это абсолютно безопасные схемы. Это лист черного ореха, это настойка, это чеснок, это гарантированные проверенные вещи. Что для этого надо? Для того, чтобы выпить, посмотреть и, так сказать, решить вопрос о том, есть или нет. Нам бесполезно сеять, потому что половина яиц не выделяет, половина глистов не выделяет яйца, например, таксокары. 90% собак страдает таксокарозом, и никто практически не выделяет свои яйца на шкал. Следующий шаг – системная очистка. После того, как вы провели паразитарную программу, можно чистить систему. Для кого-то эта паразитарная обработка совпадет с коловадой. Для кого-то коловада будет являться следующим этапом. Но коловада не является, например, противогрибковым средством. Да? А когда у человека обширный грибок, мы говорим в антипаразитарной программе противогрибковую программу. Коловада не является противобактериальной. Коловада – это мощнейшая, уникальная системная очистка. И перед тем, как системно чистить организм, имея заболевания суставов или каких-то других внутренних органов, можно пройти чистую паразитарную программу, которая направлена на грибки, на вирусы, на бактерии, а потом уже дочищать это все, чтобы получить максимальный эффект. Но это не обязательно. Это может быть совмещено и с программой коловада, потому что человек иногда не готов, допустим, принимать чистые паразитарные. Он отрицает, что у него паразит. Он, во всяком случае, так не думает. Поэтому можно начинать с коловады. Следующая ступень. После того, как человек почистился, после того, как он уже начал нормально питаться, он обязательно должен восстановить ферменты и бактерии. Почему? Потому что чистый кишечник будет каждую крупинку вот этой живой продукции, которая у нас есть, усваивать и перерабатывать. Но для этого ему нужны всего 2 вещи. Ферменты и бактерии. Ферменты – это наша жизнь. Все в мире делается при помощи ферментов. И если нет ферментов, а мы уничтожили ферменты, соль, сахар, уксус – лучшие уничтожители ферментов. Мне иногда говорят, Ольга Васильевна, вы знаете 50 способов, почему не надо кушать сахар или соль? Я говорю, я знаю 1 способ, но 100%-ный. Потому что сахар убивает ферменты. Потому что сахар выгоняет внутриклеточную воду. И соль делает то же самое. Поэтому мы должны кушать малосоленую пищу. А для этого мы должны разобраться со своей психологией и понять на уровне мозга, что это значит. Следующий шаг к здоровью. И вот только тут, обратите внимание, 7-й шаг. Клеточное питание. Витамины, минералы, гомеопатия, травы и какие-то другие вещества. Потому что первое, что приходит с больным ребенком, я спрашиваю, чем лечитесь? Все говорят, витаминами и минералами. 90% людей лечатся витаминами и минералами. Если аскариду кормить витаминами и минералами, она будет жить вместо 1,5 лет 3 года. При этом она будет абсолютно счастлива, упитана и вообще, так сказать, довольна. Да? Поэтому прежде чем пить витамины и минералы, прежде чем питать клетку, позаботьтесь о воде, позаботьтесь о чистоте кишечника и позаботьтесь о том, чтобы другие внутренние органы, такие как печень, там, почки, уже работали в нормальном режиме. А дальше можно идти по питательным веществам. Следующий шаг – экологическая защита. Если человек уже нормально себя чувствует, он должен сохранить все это. Если человек работает во вредных условиях, если он связан с химическими токсинами, да даже если он работает парикмахером, даже если он работает, я не знаю, не обязательно на вредном предприятии, он может просто жить, а у него под окном может быть автозаправочная станция. И во всех этих случаях мы должны обеспечить экологическую защиту. Если вы думаете,
защищаться только от воздуха и от воды, вы глубоко ошибаетесь. Фейри смывается только в 35-й воде. И фейри расщепляет слизистую желудка за 7 минут. Слизистой вообще практически не остается. То есть точно так же, как он расщепляет жиры в воде при температуре 20-30 градусов в холодной воде. Если раньше мыли содой горчицей, то мыли не потому, что не могли придумать фейри, да? А потому что, так сказать, существуют механизмы защиты. И если вы моете ванну хлорамином, а потом в нее садитесь или сажаете в нее ребенка, если вы стираете при помощи отбеливателей детские пеленки, чтобы они у вас белые были, чтобы вам было белое всю жизнь тогда, так вот не надо этого делать, пусть они будут желтые, но пусть у ребенка кожа не испытывает вот этих хлорных воздействий. То есть мы думаем, экология вокруг нас, экология внутри нас, экология в нашем жилище, экология на нашем рабочем месте, она у нас в автомобиле, она у нас практически везде нас сопровождает. И чистка лимфатической системы – это как бы ноу-хау нашей компании. И когда академик Бородин в Новосибирске делал доклад по лимфоочистке, к нему подошла бабушка и сказала: «А мы уже 3 года лимфу чистим». Он так удивился, говорит: «Интересно». Мы, говорит, еще вам первый раз докладываем, а вы уже 3 года чистите. То есть на самом деле лимфоочистка – это атравматическая очистка внутриклеточных пространств. И мы рады, что, так сказать, мы имеем этот механизм. Мы имеем практически всю базу препаратов и солодку, и кел, чтобы осуществлять нормальную очистку интерстициальных пространств. 83% ядов копятся не в печени, не в почках, а конкретно в межклеточной жидкости, которая у каждого человека 50-60 литров. Следующий шаг – восстановление энергетики и поддержка иммунитета. То есть это мощнейший шаг. Что нужно лейкоцитам, чтобы бороться? Им нужно питание и энергия. Мне очень нравятся сказки. Кашпировский сейчас занимается расшифровкой русских сказок. И мне очень нравится русская сказка, когда Баба-Яга говорит Ивану-Царевичу: «Иван-Царевич, перекрой мне крышу». Он говорит: «Бабка, ты что, сдурела? Ты ведь сначала добра молодца напои водой ключевой, накорми, в баньке попарь, дай отдохнуть, а потом и дело спрашивай». Это алгоритм жизни, алгоритм жизни. Иванушка, не пей водичку, из копытца козленочком будешь. То есть нам передавалось все это уже по наследству, мы это все прослушали, пропустили мимо. И мы сейчас должны вернуться к народным традициям. И мы должны понять, что с лица не воду пить, потому что она информационная. Вилами на воде писано, потому что она передает эту информацию. Водой не разольешь, потому что существуют связи, которые, так сказать, даже водой не разольешь. И мы еще приблизимся к тому, что мы познаем энергоинформационные свойства воды. И тогда мы поймем. Но даже когда мы их познаем, мы уже имеем то, что. Мы не знаем, как работает досконально микрогидрин. Это слишком умно для нас, мы еще многого не знаем. Но мы знаем, что люди, которые пьют коралловую воду, они живут 100 лет. Мы это уже знаем. Мы не знаем, как она действует в глубину, потому что никто не знает, что такое вода на самом деле. Это живое существо планеты, существо. И сейчас одни из моих дистрибьюторов ездили в Арабские Эмираты, где открыт иммунитет воды. При суперэлектронном увеличении видны иммунные клетки воды, которые обеспечивают чистоту воды. То есть нас ожидает еще множество открытий на тему воды. И мы обязательно должны понимать, что мы состоим из воды и в большинстве случаев грязной. То есть вот это вот основная экология. Все, что не растворяется в воде, для нас безопасно. И все опасно то, что растворяется в воде. И последний шаг – отказ. Отказ от вредных привычек. Но это уже каждый думает, отказаться, так сказать, или еще оставить себе время. Марк Твен говорил: курить бросить очень просто, я сам 100 раз бросал, да? Следующее – движение. Заставить двигаться ваш никто, так сказать, я сама мечтаю всю жизнь сделать зарядку, думаю, утром встану и побегу. Встаю, думаю, ну что, поздно уже бежать, куда там, надо уже лекцию читать, уже ладно, в следующий раз побегу, ничего страшного. Время еще есть. И последний шаг – время. Вот этот вот шаг, который, если мы сейчас не осознаем, что у нас очень мало осталось времени. У нас очень мало осталось времени. Я диктую большими буквами. С чувством юмора у вас уже все. Времени осталось мало для того, чтобы заботиться о себе. Для того, чтобы начать себя любить. Для того, чтобы начать любить окружающих. Для того, чтобы начать тиражировать добро. Времени не хватит. То есть используйте его ценно. Для того, чтобы каждому человеку рассказать, какой путь есть к здоровью. Мы пришли к нему, я к нему шла, может быть, 25 лет, будучи врачом. Мне надо было поработать на границе жизни и смерти, чтобы понять, что за 5 минут до смерти человеку не объяснишь, что вы не выпили воды, той, которая вам должна была выпить, а быть, да? То есть у меня утратился интерес к реаниматологии, к моей родной науке. Я сейчас занимаюсь вот
ерундой, да, педагогикой на самом деле. И поэтому я вам хочу сказать единственное, что Коралловый клуб — это то пространство, в котором мы можем реализовать себя как люди, которые несут людям информацию, без которой эти жить просто не могут. Они просто еще об этом не знают. Они просто еще не знают о том, что есть совершенно четкий безопасный путь. Вот если ты все будешь делать нормально, нормально себя вести, не нервничать, не психовать, если ты будешь нормально питаться, нормально употреблять воду, погоняешь, так сказать, своих сожителей, если ты прекратишь принимать разрушающие медикаменты, включая парацетамол и заканчивая аспирин, если ты начнешь двигаться, оберегаться от травм, если ты начнешь позитивно мыслить, то ты будешь идти в сторону от болезни, что каждый день это будет не шаг к смерти, потому что каждый наш день — это шаг к смерти, по сути дела, да? А это будет шаг в сторону приобретения мудрости о том, как дольше жить. И мне хочется в конце своего выступления сказать: да здравствует все то, что нам дает возможность, несмотря ни на что. Вот это и есть Коралловый клуб. Вот это и есть то, чем мы с вами занимаемся. Будьте уверены, что вы не просто продавцы пищевых добавок. Вы люди, которые несут знания. А самое главное, кто вооружен знаниями, тот имеет, кто имеет информацию, тот владеет миром. Поэтому я вас благодарю за внимание и желаю вам всем здоровья, радости, счастья, денег, хороших дистрибьюторов, хорошего настроения и продуктивной, активной, веселой жизни. Давайте встречаться, давайте общаться. Мы все отлично относимся друг к другу. И давайте при этом не потеряем то ценное, что мы имеем, наше здоровье. Спасибо большое.